Даша Голышева, 10 лет, Москва. Я люблю заниматься всем. Я занималась в музыкальной школе, в художественной гимнастике, в воздушной гимнастике, в тэквондо. Сейчас я учусь в художественной школе и в студии актер. В свободное время я люблю заниматься многим. Например, летом я люблю кататься на велосипеде, на самокате, на роликах и просто обожаю нырять с маской. Зимой я люблю кататься на коньках и лыжах. И немного на санках. Когда я вырасту, я мечтаю отправиться в кругосветное путешествие. Я добрая, смешная, находчивая, умная и немножко ленивая.